Вот мы это можем, когда дальше сейчас кружку свою засунем сюда. Дэн, взгляни. Десяточка показываю. Камень. Вот она, вот эта. Ну на камень-то не похоже. Прям вот немножко. Вот это и есть, наверное. Ящик. Может быть. Да. Надо расширяться. Блять, я сапоги надел, нихуя. Что, пиво? Давай. Запьем. Надо копать. Давайте расширяться. Вот это. Нечастая вещь. Ну да. Второй щиток, наверное. А, у меня 30. Про два таких были охуденных вообще. За пиздастых вообще. Огурцов нет? С оленями не пахнет. Я сейчас сказал. Ну я же говорю, не просто и мясо. Надо уделить. Да и я бы сказал, это еще не пох. Ну да, вот это да. Это в нее что ли тыкал? Да. Сейчас так. Бум. Вспышка, вспышка. Нет, ты, Ваня, вот в эту. А, вот да, вот в нее тут. Да. Удобненько весь, да, вот этот? Угу. Какой, говорит, нехороший человек. Смотри, горелка. Редиска, да. Лучше молчать. Этот джентльмен, знаешь, нехороший человек, и на ногу батарею уронил. Падает. Ну ты попробуй. Ага, сейчас. Короче, надо обрываться сюда. Что-то это большое. Люк. Нет, что-то не похоже. Это не похоже. Нет. Капать, короче. Говори, говори, говори. Что это, плуг какой-то? Да. Плуг или что-то. Скорее всего. Не, вообще на плуг не похоже. А может быть что-то и боевое. Очередная невидимая. Давай достанем. Да, давай. Нет, это не плуг. Потому что слишком тонкий нож получается. Да не, ну. Да плуг это стопудово. Думаю. Хотя вот он нож. Может быть. Эти, наверное, по бокам. Давай, Лёх. Извини. Штуки.
Да, довольно хорошо. Я сидит. Все в хране. Ебанулся. Сейчас всем накопаю. На, куда их? Все накопаю. Сейчас. Да, отдельно все расплавишь, потом, извините. Ковер. Не, ну просто так они валяться не могут. Ну да. Ну, надо что-то. Какой у них сохранчик отличный, да, тут? А? Да. Вообще, да, бодренький. А ты попробуй на излом, просто у Вань там половина из... Ну, ну да, не, А, да, понятно. Их там дохуя. Ну, много, блин. Мотор надо говорить. Дай ты лопату. Да, сам себе не узнаю. Как на природу выезжают, это все. Она в голову дает, да? Если только пуль наковырять. Короче, в военторге недавно заходил, смотрю, белки висят. Дырка и запаяно чем-то колечко. Вот. На колечке, ну, брелок, ну, самое, да? Ну, какая-то цепочка. Короче, по 300 рублей, по-моему, они продавали. У меня там сигнал, у меня все осталось. А, у тебя сигнал? Да. Давайте пойду, помогу. Пойдем? Пойдем, да, щуп, лопату хотя бы. Так, а что они здесь вообще? Все равно здесь чернозем. Че у вас, Вань? Ну так, горочка.